Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем строить теплицу Meatlider 3х6 на брусе. Пока приехали, все это дело разложили. Начнем сейчас работать. Каркас теплицы мы поставили, закрепили, выровняли. Сейчас будем крыть ее поликарбонатом. Останутся у нас двери и система подвески после этого. Она имеет 4 мм. 0,7 плотность, все торцы защищены торцевым профилем. Торцевая форточка установлена в дальнем торце. Также имеется система подвязки по одной нитке на каждую сторону. Вот такой отличный Meatlider у нас получился. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока. Здесь дверь с форточкой. Все отдельно открывается, закрывается. Там крючок. Все на бетон, на анкера посажены арки, торцы, дальний торец, форточка. Форточки здесь верхние для на термоприводах, автоматическое проветривание. Все работает, все четко. 4 нитки системы подвязки. Косина для большей жесткости конструкции. Ну и все, пожалуй, все четко, конкретно и надежно. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, заказывайте металлоконструкции. Всем пока. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Meatlider 3х6. Цельные двери сразу видим. Стеновые форточки установлены практически в самом низу. Резиновый торцевой уплотнитель. Заходим. Вот у нас форточки изнутри так выглядят. На крючках никаких разрезов. Цельный лист. Вода будет скатываться, не попадая в теплицу. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 20х40. Арки сварены с усилителем сверху. Верхние форточки на ручках. Покрашено все полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на брусе, брус 100 на 100, закреплен с помощью анкеров к земле, якорей, извиняюсь, и покрыт в свою очередь антисептиком. Поликарбонат, которым все это покрыто, у нас толщина имеет 4 мм, 0,7 плотность, все торцы защищены торцевым профилем. Торцевая форточка установлена в дальнем торце. Также имеется система подвязки по одной нитке на каждую сторону. Вот такой отличный Meatlider у нас получился. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.